Я вітаю вас, друзі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – здоровий спосіб життя. Чи можливо це в умовах нашого сьогодення? І нам допоможе наш гість, інструктор з йоги В'ячеслав Каменєв. Наша студія перетворилась на такий своєрідний міні-спортзал. І зараз ви дізнаєтесь чому. В'ячеслав, здравствуйте. Я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что вы нашли время приехать, потому что телезрители успели полюбить вас и ваши советы, как правильно жить и при этом еще и не тужить. В'ячеслав, мы, слава Богу, пережили праздники, встретили Новый год, встретили Рождество, Старый Новый год, Крещение, все эти замечательные праздники, которые требовали от нас огромной массы энергии и сил, они прошли, потихонечку нужно входить в русло повседневной жизни. Не то, что это быт, ни в коем случае, но от быта тоже никуда не денешься, но тем не менее уже как-то нужно входить. И вы знаете, как-то сложно. Вот праздники были, и вдруг бах, все закончилось. А сил нет. Друзья мои, и В'ячеслав Каменєв готов сейчас поделиться с вами, где взять силы. В'ячеслав, если два слова, где взять силы? Вчера был праздник, а сегодня уже нет, и ничего не хочется. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодняшний разговор или беседу на тему я хотел начать с того, что есть три ключевых момента, как выйти из мрачного состояния после праздников. Да, вот такое... Я вот так систематизировал. Суть в том, что люди находятся на самом деле часто в мрачном состоянии, поэтому не только после праздников. Да, не только после праздников, поэтому три простые тезиса, которые расскажу, они подходят в повседневную жизнь, то есть не только после праздников, а как принципы жизни. То есть они будут актуальны всегда, ваши тезисы. Первое – это наполниться энергией. Из этих принципов. Второе – найти причину, то, что мешает нашему счастью. Потому что, на самом деле, все люди хотят на Земле одного и того же счастья. И третье – как выйти из тупика. И теперь эти три тезиса я хотел бы разложить по полочкам, рассказать про каждую в отдельности. Вы сказали «наполниться энергией». Да. Энергия, понимаете, я хочу акцентировать внимание наших телезрителей на то, что В'ячеслав инструктор йоги, но В'ячеслав нормальный йог, понимаете, без всяких забубонов, он абсолютно адекватный и приспособленный к сегодняшней жизни. И более того, он знает, как поставить йогу на службу нашему здоровью. Итак, энергия. Да, то есть мы состоим из, у нас есть три составляющие, это тело, ум и душа. Начать разговор я хотел с тела. Как практики для тела, которые помогут восстановить нас, наполнить нас энергией. Первое – это йога. Есть 7 основных правил, то есть много чего можно говорить о йоге, много книг написано. Я лишь скажу 7 основных правил, почему нужно заниматься этим ежедневно. То есть можете называть это йогой, можете называть это гимнастикой, там, чем угодно, как вам нравится. То есть йога первое – это здоровые суставы, крепкий позвоночник, здоровые клетки, лимфатическая система восстанавливается, крепкие кости, мозговой штурм, идет работа на уровне ума и абсолютный иммунитет. Все, что нужно для человека. Если заниматься йогой, то и поумнеешь даже? Станешь более осознаннее, да, и мы поговорим тоже дальше по поводу этого. Потому что работа с йогой идет, йога воздействует на ум в первую очередь, но инструмент для этого тело. То есть работаем мы с умом, с мозгом, воздействуем через тело. В'ячеслав, а вот давайте не мудрствуя лукаво и не слишком, чтобы растекаться мыслью по древу, я сказала нашим телезрителям, что у нас сегодня необычная студия, и мы такая мини-спортзал. И вы знаете, друзья мои, наш гость, вот смотрите, он говорит о том, что заниматься йогой – это упражнение, соединяющее тело и ум. Представляете, заниматься йогой – это ты и умнеешь, просто на глазах умнеешь. И сейчас В'ячеслав вам докажет это, друзья мои. Я вам сейчас покажу простые упражнения, которые применимы в любом возрасте.
20, вам 30, 50, 70, их можно начинать делать всегда и везде. Вы понимаете, самое главное, вы не переживайте, если вот у экранов собрались и старшее поколение, и молодое поколение. Друзья мои, вас объединит йога. Сейчас вы в этом убедитесь. Первое упражнение очень простое. У кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, если вы будете делать это регулярно, хотя бы уделять 2-3 минуты в день, то есть то проблемы с желудочно-кишечным... В общем, у вас будет здоровый желудок, здоровый кишечник, хорошее самочувствие. И не будет болеть живот. На ровных ногах ежедневно ходить вперед и назад, делать скручивания седалищными костями. Если вы будете это делать регулярно, у вас будет хорошее самочувствие, здоровый желудок, кишечник, вперед и назад. Это можно делать в любых условиях, дома. То есть я сегодня показываю самые простые упражнения для любого возраста. И вперед идет скручивание. Косые мышцы живота работают. То есть как бы живот сам себя сам себе делает массаж, да? Массаж, да. Улучшается перистатика и идет лучше отход ненужных веществ вашего организма. Очень простое упражнение. Ну-ка, люди старшего возраста, скажите, неужели вы не сможете сделать такое упражнение? Но зато же. Также очень по своим наблюдениям я заметил очень полезно делать кручение в одну сторону и в другую. Идет улучшение работы вестибулярного аппарата. А это страдает очень большой процент среднего возраста, взрослого возраста, прикладного. Крутиться против часовой стрелки 21 раз. Как дети крутились, заметьте. Маленькие дети очень часто это делают. В сказках показывают. И потом по часовой стрелке 21 раз. Это также можно делать на улице, в любом месте. Пожалуйста. Да. И как, голова не закружилась? Нет. А у меня закружилась, глядя на вас, Вячеслав. Еще я хотел показать довольно тоже простое упражнение для людей преклонного возраста, среднего возраста. Очень много у людей проблем с суставами, с тазобедренными. Уделяя этому упражнению, которое я сейчас покажу, хотя бы 1-2-3 минуты в день, вы снижаете риск возникновения проблем с суставами, чаще всего с тазобедренными. Стопы на ширине плеч. Так. Я на камеру покажу. Присели, ровная поясница, плечи вниз, грудная клетка вверх. Стопы и сидим, все. Замерли. 1 минуту. Друзья мои, обратите внимание на осанку Вячеслава. Это кажется, что легко сидеть. Но я думаю, что вы не просто сидите, правда? Вы делаете вместе с нами. Не тратьте времени, пожалуйста. Потом поднимаемся на носочки. Опа. До продолжения упражнения. Опа, поднялись на носочки. Подержали, поднялись, постояли. На носочки. Зафиксировали. Статическая нагрузка идет. И опускаемся угол бедро 90 градусов. Так, опустились. Подержались ручки, еще. Ручки не забудьте сложить. Хорошо. Смотрите, как все у Вячеслава. Поднимаемся. Раз, поднялись. Стопы на ширине плеч. Колени прямо. И угол бедро 90 градусов. Поприседали 10, 15, 20, 30 раз. Сколько позволяет ваше состояние на данный момент. И опять потом сели, посидели еще 30 секунд, минуту. И это упражнение укрепляет мышцы, суставы. Очень хорошо влияет на связочный аппарат, суставы и на мышцы. Укрепление идет. И этому упражнению все возрасты покорны. Да. Теперь я хотел показать также упражнение. Кому сложно это будет делать, есть вариант со стенкой. Вот у нас есть стенка. Самый простой вариант у тех людей, у кого есть проблемы со спиной, а они есть практически у всех людей, 90% страдают проблемами позвоночника. Встать максимально близко к стене и упереться. Просто полностью прижать весь позвоночник и поставить так от 5 до 10 минут. Уже будет эффект благоприятный очень. Чтобы и стопы... И стопы, и все тело полностью прилипло. Было, да, и спина, и поясница была прилипна. К стене. И затылок. И затылок. Все полностью. Зрители, посмотрите, одна прямая линия. Наш Вячеслав натянутый. Втянулись как максимально. Струна. Втянулись в стену и стоим. И что? И идет уже улучшение работы. Вы думаете? Конечно, попробуйте. Поставить 5-10 минут, вы почувствуете работу. Телезрители, вы потом нам сообщите обязательно. Это хорошо? Очень доступно, легко и самое главное эффективно. Есть еще один вариант. О, еще. Максимально прижимаемся спиной. Так. Стопы вначале стали, стопы
поставили на ширине таза. И на один шаг, вперед. На размер вашей стопы делаем шаг. Угу. Так, сделали шаг. И прижимаемся поясницей в стену. Максимально угу. Упираемся. Так. Так. Руки Ручки перед собой. Сложили, так. Все, втопили в стену и сидим. Тоже 10 минут? Ну, я думаю, вряд ли. 10 минут можно начать хотя бы с одной минуты. Ну, хотя бы с одной. Так, Вячеслав, присаживайтесь, пожалуйста, вы пока ботиночки оденьте, потому что в студии все-таки так прохладненько. Это простые, но с первого взгляда упражнения, на самом деле, очень эффективны. Дорогие телезрители, я хочу обратить ваше внимание, Вячеслав недаром показал, казалось бы, простые, но на самом деле эти упражнения, они таят в себе большую-большую пользу. И более того, они объединяют людей и младшего возраста, и среднего возраста, и людей старшего возраста. Потому что, как известно, между стариками и молодежью существует некоторое разногласие. Но йога способна эти разногласия погасить. Да, Вячеслав? Вот смотрите, ведь этим упражнением может одновременно заняться и внук, и бабушка, и папа, и мама, и теща, и зять. Я с вами полностью согласен. Я хотел еще добавить пару слов. Разногласий на самом деле никаких не существует. Проблема не возраста. Проблема в самих людях в том, что на самом деле проблема одна. Люди не умеют любить себя. Все сводится к любви к себе. Если бы люди любили себя, да, любовь к себе, то есть если ты любишь себя, а как же тогда говорят эгоист, там ты такой, ты только себя любишь, а другие если нет. Мы не полюбили себя, то нам нечего дать окружающим людям. В первую очередь, мы сами заказываем все события, все сводится к любви к себе. Насколько мы любим себя, только любящий человек может услышать душу. А только человек, который слышит свою душу, может быть по-настоящему счастливым человеком. Поэтому я призываюсь к любви к себе. И надеюсь, что вы услышите когда-нибудь свою душу и начнете жить душой. У души один критерий – состояние легкости. Если мы испытываем легкость от какого-то события, значит, этого хотела наша душа. Состояние легкости, и я бы даже еще добавила, наверное, состояние свободы, которую невозможно купить ни за какие деньги. Вот это внутреннее ощущение свободы. Оно ведь тоже дается, если выполнять ваши правила, если жить по вашим рекомендациям. Я бы сказал бы так, что свобода – это когда ты с миром принимаешь то, что есть в твоей жизни, и благодарен Богу за то, что есть у тебя уже здесь и сейчас. На самом деле проблема социума заключается в том, что очень много людей нацелены на негатив. Негативное мышление. Что это значит? Это как программа, как вирус, вот, как в компьютере есть вирусы. Программы. Так же само в социуме находятся эти программы коллективного сознания. Негативное мышление. То есть мы чаще всего думаем о том, чего мы не хотим. Мы фокус внимания свой нацелены на не то, что мы хотим, а то, чего мы не хотим. Как поломать эту программу? Для начала надо быть благодарным за то, что у нас есть на данный момент. Радоваться тому, что есть здесь и сейчас, что уже вы можете отметить и за что можно поблагодарить Бога. Каждый день благодарить за то, что есть. Вячеслав, вы йог, вы практикуете эти, вы же, это смысл жизни, я так понимаю. Ну скажите, пожалуйста, вы говорите, всегда сохранять равновесие душевное здесь и сейчас и быть благодарным. Давайте с вами смоделируем такую небольшую ситуацию. Я приглашаю телезрителей тоже принять в этом участие. Вот смотрите, мы, например, едем в общественном транспорте. Сегодня, здесь и сейчас, в маршрутке, там, в троллейбусе, трассы, чтобы сказать, что они хорошо почищены, нет. Троллейбус останавливается на глыбе снега, вывалится из маршрутки или из троллейбуса практически невозможно. Ну, ты рискуешь сломать себе шею просто-напросто. Естественно, плюс забитый транспорт. Естественно, все это никак не улучшает и не способствует улучшению нашего настроения. Здесь и сейчас. За что благодарить? Как тут не раздражиться? Вот видите, фокус внимания, мы только что говорили, негативное мышление. На чем ориентированы люди? То есть первое, что позволяет накапливать энергию нам, это снизить важность происходящим событиям. Вроде простое слово, но этому стоит тоже учиться. То есть первое, снизить важность и фокусироваться. То есть можно искать и ходить, находить много причин, чему быть недовольным. Но на что мы ориентированы? То есть фокус внимания на что?
месседж наш внутренний, на что ориентирован. Если брать пример с богатых людей, счастливых, удачных, успешных, заметьте, на что ориентированы эти люди. Они не ищут проблемы, они ищут то, чего не хотят, и ищут пути достижения этого. Это разные вещи, на что тратится наша энергия. Когда я утром просыпаюсь, я первым делом вкладываю в себя время. Потому что бич нашего еще социума, общества в том, что у всех людей нет времени. Это стандартная фраза, выражение. Нет времени, нет времени. А сейчас у нас есть время поговорить о том, что у нас нет времени. На самом деле оно есть. Самое ценное в этом мире две вещи – это время и энергия. Все люди хотят забрать ваше время, заметьте. Фильмы пишутся, передачи, интернет, новости, ненужные знакомые, пустая болтовня. Очень много времени тратится, все хотят украсть наше время. Ой, слушайте, как это опасно. Так вот живешь и не знаешь, что кто-то ворует твое время. Прямо как в сказке Шварца, когда это об украденном. Все люди воруют ваше время, на да, самом деле. Сказка об просто мы об этом времени не задумываемся чаще всего. И первое, что мы должны уделять время себе. И это и есть путь к любви к себе. Начать с того, что по-настоящему уделять время для себя, делать что-то для себя по-настоящему. Обратить внимание для себя. Это простые вещи. Потому что любящий человек, он отличается от других тем, что в первую очередь у него нет обид на этот мир. Он принимает этот весь мир целиком. Он принимает с легкостью все события в своей жизни. Любящий человек – это тот человек, который себя не ругает, который не наказывает, который себя не осуждает, который разрешает себе слабости. Не, ну слабости, подождите, Вячеслав, слабости бывают разные. И это тоже нормально. То есть то, что мы можем разрешить себе, тогда мы можем это разрешить окружающим людям. Тогда у нас не будет осуждения, а выпить злости. Ведро водки, это может тоже быть слабость. Если человек на данном этапе жизни, уровня своего сознания, считает, что это ему доставляет радости, пускай это делает. Человек, нельзя ставить запреты людям, нельзя... То есть борьба с зависимостью, это немножко... Другая беседа на тему, сегодня мы говорим... Ну, сегодня моя радость, да, и да, о том, как выйти после праздника, выйти в нормальное жизненное русло. Поэтому все начинается, на самом деле, заканчивается к любви к себе. В этот аспект входит тот факт, что люди ответственность перекладывают на кого-то другого в своей жизни, на маму, на папу, на жену, на ЖЭК, на правительство, на всех, на врача. Ваше здоровье в ваших руках, ваша жизнь в ваших руках. И еще я хотел немножко поговорить о счастье, тема счастья, да, очень да, тема интересная. Возможно ли счастье? А счастье было так вот близко, вот оно счастье, хоп, и его нет. Еще есть песня «Птица счастья завтрашнего дня», но мы говорим о том, что здесь и сейчас счастье возможно, друзья мои. Счастье, если расшифровать коротко, это сейчас. Счастье – это временное состояние на самом деле, по вашему внутреннему ощущению, потому что счастье – это переменчивое. Сегодня я хочу там конфет, завтра я хочу еще чего-то, послезавтра третьего. То есть счастье – это временное состояние. Счастье – это сейчас. То есть сейчас быть благодарным Богу за то, что у меня есть, это и есть момент счастья. Но многие люди также не умеют быть счастливыми. И что им поможет в этом, это начать радоваться тому, что есть здесь и сейчас у вас на данный момент. Ждать от мира подарков и поверить, что все реально. На самом деле мы не верим в то, чего мы хотим. Мы говорим «хочу, хочу, хочу», но в глубине души, то есть фокус внимания, мы нацелены, что этого у нас не будет. Если мы начнем верить, что это реально, то возможно, что у нас это будет, если нам это действительно нужно по нужде. Ну и да, Бог не против, чтобы у нас это было. Поэтому первое, что мы должны начать, порадоваться тому, что есть. Без этого у нас ничего не будет. То есть и заражаться программами тех людей, чего вы хотите. Вы хотите быть здоровым, берите пример с меня. Хотите быть богатым, берите пример с богатых людей. То есть заразитесь этой программой. То есть поверьте, что это реально, как это сделать. То есть хочу быть счастливым, общаюсь с счастливыми. Хочу быть богатым, общаюсь с богатыми. Хочу быть там, иметь хорошую личную жизнь, общаюсь с теми, у кого это есть. То есть брать пример, как... Мы все как компьютеры с вами, как телефоны. И вот в телефоне есть какая-то программа, да, там Viber, еще какая-то программа, неважно. Так же самое и программу, то есть можно установить у себя эту, если поверить, что это реально. Если ты видишь, что это у кого-то есть, и тот человек, который этим живет, он говорит, да поверь, это реально, у меня это есть. То есть заразиться этой программой.
И Вячеслав, тогда у вас все получится. А вот скажите, пожалуйста, например, человек бедный, он хочет разбогатеть. По вашим словам, нужно дружить с богатыми людьми. Но богатый не станет дружить с бедным. Насколько богатый это реально? Свой круг. И очень жесткий, и туда случайный человек не пройдет. Брать пример с этих людей для начала. Богатство. Да, богатство – это внутреннее состояние. Да, и это легкость к деньгам. Опять же, все сводится к легкости, понимаете? Бедный человек, он бедный почему? Потому что он не может пройти порог бедности. Что это такое? Он ходит и говорит, все плохо, лучше не станет. Конечно, пока он не порадуется тем 3 рублям в кармане, которые есть, не порадуется той булочке, я не знаю, там, всему чему угодно. Пока мы не научимся довольствоваться тем, что есть, мы не сможем накапливать энергию. Вот видите, сместили акценты, и все стало сразу понятно, и главное, что реально. Вячеслав, а знаете что? Мы говорили о том, что упражнения йоги помогают обрести и счастье в том числе. Давайте еще покажите нам несколько упражнений счастья. Господа, упражнения счастья здесь и сейчас. Пожалуйста, только не сидите просто так. Хорошо, самое простое. Итак. Эффективных упражнений планка. Стопы на ширине плеч, ладошки под плечи. Угу. Подтянули промежность, пупок к позвоночнику, одна ровная линия стали. Прогиб поясницы убрали, прогиба нету. Спина ровная. Вот. То есть вся йога сводится в основном к статическим нагрузкам. Статические нагрузки позволяют еще раз. Это вот это все упражнение? Да. Это всего лишь упражнение. Постойте 2-3 минуты, вы меня поймете. Ну, я потом. Правая рука центр коврика. Так. И мы поднимаемся в боковую планку. Опа, подняли ручку. Стопы упираемся тянем, максимально, тянем, и таз ручку. Выше. Mm-hmm. Возвращаемся, левая рука, центр коврика. Так. Боковая планка. Это одно из любимых упражнений Бритни Спирс, Мадонны, планка и боковые планки. Идет работа косых мышц пресса, живота. В общем, работает все тело, бедра, плечи. Ух ты. То есть задействовано все тело. Все мышцы тела, все суставы. А еще можно, кому легко или кому это понравилось, можно добавить круговые движения тазом, вверх и в сторону. Идет работа поясничных мышц, косых мышц живота, пресса. Mm-hmm. И в другую сторону. Слушайте, так это йога, это не так сложно, как кажется. Да, это простые элементарные упражнения, которые, тем не менее, воздействия на тело помогут эмоциональному состоянию вашего ума, вашей души, снизить уровень тревожности. Даже снизить уровень тревожности. Эмоциональное состояние выравнивается. Дальше я покажу еще широкие шаги. Этого будет достаточно. Стопы на ширине таза. Правая. Так. Под правую, левая под левое. Левое крыло таза закрыто. И тазовые кости на одной линии. Стопы максимально упираемся. Намасте над головой. Стоим. Просто стоим. И все. Еще одна статическая нагрузка. Мышцы не нужно закачивать. Их нужно укреплять. Максимально упираемся в стопы. Постояли на правую ногу, то же самое на левую ногу. Я думаю, этого будет очень не так, достаточно нашим телезрителям. Вячеслав, упражнено. Вы понимаете, удивительная совершенно вещь. Но я так полагала, что йога, это вообще на самом деле это очень сложные позы. Это вот какие-то такие позы, что нужно кончиком левой ноги ухватить правое ухо. Ну что-то такое. Но на самом деле это легко, это просто. И самое главное, доступно. То есть это не легко, нет, я неправильно сказала, телезрители, это не легко, это просто, но просто на первый взгляд. Все, это не спорт. Еще хотел добавить по поводу йоги, что должно быть хорошо, должно быть состояние приятное. Болевых моментов не должно быть. Быстрее, сильнее, выше – это программы спорта. В программе йоги одно состояние хорошо, должно быть состояние хорошо. То есть легко, приятно и комфортно. Мы очень сильно торопимся. Мы уже с вами сегодня говорили о том, что современное общество страдает от нехватки времени. А йога, можно сказать, что йога на какое-то мгновение, ну не на мгновение, на какой-то отрезок, оно останавливает время. Ну вот попробуйте, вы стояли в планке, телезрители? Или у стеночки? Постояли? И останавливается же время, как вы думаете? Время не то, чтобы останавливаться, то есть то время, которое вы вкладываете в себя,
То есть, соответственно, вы вкладываете в себя энергию. Соответственно, если я полон энергии, тогда мне есть что дать этому миру, и тогда моя жизнь становится качественнее, лучше, крепче, здоровья больше и так далее. Много аспектов включается. То есть время не останавливается, вы время вкладываете в себя в первую очередь. Вы его не тратите на постоянные переживания или еще на что-то. Лучше время вложить в себя, в свое тело, в свой ум, в свою душу. И происходит наполнение сначала себя позитивной и положительной энергией. Идет расслабление. Расслабление. Ума, потому что все проблемы идут от ума. То есть мы постоянно переживаем. Мы не можем остановиться. А йога замедляет этот процесс, сводит его до минимума. Идет расслабление. Идет расслабление, которое так необходимо нашим сегодняшним людям, которое необходимо нам всем. Друзья мои, Вячеслав Каменев, инструктор йоги, он сегодня рассказал совершенно элементарные, казалось бы, вещи, казалось бы, простые, но я думаю, что вы не просто сидели у экранов телевизоров, вы делали их, делали вместе с нами и наполняли себя позитивной энергией, а теперь готовы нести этот позитив всему миру, чего мы с Вячеславом Каменевым вам очень сильно желаем. Це була розмова на тему. На все добре.